Всем привет, с вами Дарк, и сегодня я вам покажу новый аддон про супергероев. Что ж, в принципе, я сам того не ожидая. Я просто не ожидал то, что выйдет еще один аддон. В общем, этот аддон уже официально от самих разработчиков этого мода Heroes Expansion. И этот аддон прям чисто от них. И давайте сейчас посмотрим, это реально интересно. В общем, вот все костюмы, которые добавляет этот аддон. В принципе, давайте начнем смотреть. Итак, первый это у нас спидстер, ну, черный флэш. Вот так вот мы начинаем выглядеть. Ну, в общем, мы не будем вам показывать, типа, как мы быстро бегаем, потому что, ну, это и так понятно. Вы, наверное, уже миллион раз играли за спидстеров. Ну, короче, вот. Вот так вот мы выглядим, можем снимать маску. Вот так вот сзади, и в принципе, все. Что ж, следующий костюм, это у нас, это уже реально интересно, это у нас Сокол Кэп. Ну, то есть, если вы смотрели Мстители Финал, вы знаете то, что теперь Капитан Америка это Сокол, и тут у него комиксный вариант костюма. Вот он, Сокол Капитан Америка. Итак, давайте возьмем щит. Все, вот так вот мы начинаем выглядеть, вот так вот можем защищаться щитом, также вот так вот бросаться. И я ему, кстати, не добавил, сыворотку суперсолдата, ну, потому что этот сокол, у него как бы нет, ему изначально не вкалывали эту сыворотку суперсолдата, поэтому... Ну, в общем, вы поняли, и на букву R мы можем вот так вот снимать маску, также одевать. В принципе, все. Итак, следующий костюм, это у нас Капитан Марвел, только этот костюм уже голубой. Опять же, если вы смотрели фильм, вы все поймете. В начале у нее был только такой костюм, и только потом у нее уже стал другой. Давайте сделаем вот так вот. Оп. Ну, мы можем, конечно же, вот таким вот лучом пулять, все дела. Вот, и когда мы будем достигать другого левела, у нас откроется еще вот такая вот способность. То, в общем, вы знаете эти способности. Можете вот так посмотреть еще раз, как мы выглядим. Вот так вот мы снимаем маску на R. Также летать можем. Что ж, следующий костюм, это у нас уже костюм Черной Пантеры. Или это, наверное, давайте посмотрим сперва. А нет, это костюм был главным злодеем. Вот так вот мы выглядим. Давайте возьмем сыворотку Черной Пантеры. И теперь мы просто ловкие, как Черная Пантера. Просто пау, прыгаем вот так вот, оп. Оп, просто такие нереальные просто. Что ж, давайте вот так вот. Оп, снимем. И я стал Рикардо Милосом. Короче, ладно. Итак, следующий персонаж это у нас Соколиный Глаз. Итак, берем. Вот так вот мы выглядим. И можно взять лук. И все его стрелы. Это, в общем, лук зеленой стрелы, но теперь это типа у Соколиного Глаза. Итак, значит, мы... Оп. Это у нас веревка такая. Ну, в общем, вы знаете, что это за стрелы. Не будем прям сильно тянуть. Вы, наверное, уже по-любому заиграли с этим модом за зеленую стрелу. В общем, у него такие же стрелы. Но, правда, выглядим теперь мы вот так вот. Реально очень круто. Что ж, следующий это у нас еще один спидстер. Итак, одеваем. Это у нас реверсерный флэш из Земли... X. Но я просто не помню, ну, откуда этот костюм. Вроде Земли X. Вот так вот мы здесь снимаем маску, одеваем также. Все, в принципе, понятно. Итак, давайте снимем. Итак, что ж, я убрал вещи инвентаря. Давайте продолжим дальше. У нас следующий это Гвенпул. Ой, Гвенпаук, извиняюсь. Итак, вот так вот мы начинаем выглядеть на букву R. У нас снимается капюшон. Вот так вот сзади, вот так вот. Реально очень прикольно детализированно сделано. Итак, давайте как раз поставим способности Человека-паука. Блин, я забыл взять веб-шутеры. Итак, давайте вколем сыворотку. И теперь давайте веб-шутеры. Все, и теперь мы просто полноценный Человек-паук, Гвен-паук. Конечно же, мы можем пулять вот эту паутину. В общем... Эти способности вы все знаете, поэтому не будем на них зацикливаться. Вот так вот мы выглядим. Можно прям играть роли-плей какой-то. Это реально очень круто. Что ж, следующий это у нас... Человек-паук
2099 года. Вот так вот мы выглядим. Опять же, такие же способности, все так же, просто костюм отличается. И, кстати, у него на руках такие типа шипы немножко, реально детализированно, круто выглядит. Вообще просто капец. Итак, следующий, Майлз Моралес. Одеваем костюм. И, ребята, смотрите, когда мы одеваем костюм Майлза Моралеса, мы можем вот так вот делать глазки, типа, удивленный, ну, типа, мы такие, что там такое? И глазки делаем вот так вот, а потом оп, и нормально. Ну, в общем, вы поняли. И также теперь мы можем за Майлза Моралеса становиться невидимым на букву G. И также нажмем и снова станем видимыми. Реально круто. И вот так вот мы выглядим напоследок. Что ж, следующий костюм, это у нас Человек-паук Нуар. Это тоже очень крутой костюм, довольно. Вот так вот мы выглядим. Вот так вот сзади, вот так вот спереди. В принципе, реально очень здорово. Итак, следующий костюм, это у нас... Это у нас ночная мартышка, а.к.а. Спайдермен в черном костюме, который подарил ему щит. На букву R можем вот так вот снимать. Также одевать. Это, кстати, довольно здорово сделали, прям как из фильма. Вот так вот, оп, 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 оп. Реально круто. У него также вот так вот руки видны, ну, потому что в фильме так же было. Что ж, в принципе, все. Следующий костюм, это у нас тоже Человек-паук, только это уже, ну, тоже из фильма «Вдали от дома». Это его костюм самый главный. Вот так вот мы выглядим. Ну, кстати, с того аддона, который не официального, который не от этих разработчиков мода, а какой-то другой аддон, там... Мы уже обозревали, вы помните, да? В общем, там костюм намного интереснее был. Правда, вот этот мне костюм меньше нравится, чем в прошлом аддоне. Но все равно круто, реально. Мы можем вот так вот на G. Оп. Кстати, если посмотреть на вот этот паука сзади, то такое чувство, как будто это крипер. И вот так вот выглядим спереди. Что ж. Следующий костюм, это у нас Супермен. Теперь... Вот, Супермен у нас вот так вот выглядит. Итак, давайте сейчас уберем сыворотку Спайдермена и уберем его веб-шутеры. И давайте выкинем костюм, чтобы прописать Клеар. И давайте возьмем заново, оденем. И теперь давайте возьмем его сыворотку и вколем. Вот. И да, кстати, нам нужно прокачать левел, чтобы его способности посмотреть. В общем... Смотрите, у нас левел, кстати, сам качается, но это хорошо, в принципе. Вот мы на Air можем вот так вот летать. Ну, кстати, полет довольно прикольно сделан. Вот так, оп. В принципе, реально круто. Я, конечно же, могу прописать какую-то команду, чтобы у меня увеличился левел и все способности открылись, но просто я забыл, что за команда. Вот, все. Итак, на букву R мы можем... Делать вот такой вот лазер из глаз. Ну, это старая способность, мы все ее знаем. Итак, давайте, кстати, заспавним моба. Это крестьянин у нас будет. И мы теперь можем... То есть, это новая способность у Супермена. Также этот мод немножко обновился. Итак. Вот так. Вот, мы можем вот так вот замораживать. И убивать крестьянинов. Окей, жителей. В общем, это реально круто. Это такое ледяное прям дыхание, оп. Прям оп. И также, благодаря этому ледяному дыханию, мы можем делать вот такие вот очень крутые постройки. Смотрите сейчас. Так, я что-то не понял. Сейчас, ребята. Вы, главное, не бойтесь. Вот. Просто идеальная постройка. Ну, короче, да. Что ж, что мы еще? У нас есть вот такое вот зрение. То есть у нас есть ВХ, то есть давайте станем за снегом, и видите, там житель, мы сейчас станем, его не видно, нажимаем на Z, и мы его видим, у нас есть ВХ, тоже очень круто, прям очень здорово. Что ж, мы посмотрели Супермена, и последний костюм на сегодня, это у нас костюм, какой-то костюм, кстати, этот костюм очень сильно похож на Капитан Марвел немножко, и давайте возьмем его сыворотку, оп! Итак, когда мы нажимаем на букву R, мы начинаем вот так вот светиться. На G у нас такой же, ну, такой же луч, как у Капитан Марвел. На Z у нас тоже вот такой вот луч, только он уже подлиннее.
И все. Когда нажимаем на R, мы перестаем светиться и не можем использовать способности. Что ж, в принципе, на этом все, потому что все кончилось. Я показал вам весь аддон. И также я вам показал обновление. И да, ребята, я забыл вам показать то, что тут есть еще щит Ваканты. То есть, ну, это щит, который сделал для Кэпа этот. Как его там? Начинаем по... Черная Пантера, да. Если мы... Кстати, давайте уберем сыворотку. Ну, в общем, этот Ваканда щит очень сильный, реально просто. Смотрите, просто... Оп! С двух ударов убиваем, потому что урон 12. Это реально очень здорово. Что ж, в принципе, давайте перейдем прощание, потому что на этом все. Что ж, всем спасибо за просмотр, с вами был Дарк. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик. Всем удачи и всем пока!